Шалом алейхем и хейс Анне. Шалом алейхем и хейс Ангелине. Мир зенен швестер. Мир зенен зингеринс. Мир войнен ин Украина, ин Киев. Ин сама Киев. А вадьо. Нас многие спрашивают, на каком языке мы поем, почему именно на нем и что этот язык значит для нас. Речь идет о языке идиш. И, конечно, с наше более осознанное знакомство с этим прекрасным языком мы начали благодаря песням сестер Берри. И, конечно, с песнями из их репертуара мы также начали новую главу нашего творчества в проекте «The Alibi Sisters». И очень интересным моментом столкнулись, когда начали разучивать, знакомиться с текстами, что их произношение и фонетические особенности часто не совпадали с теми литературными текстами, которые мы с Ангелиной находили на просторах интернета. Уже чуть позже мы узнали, что их диалект так и называется – украинский идиш. И именно его сестры Берри сделали знаменитым во всем мире благодаря своей популярности. Многие слова мы легко узнавали благодаря школьным урокам немецкого языка, а далее начали углубляться в историю. Конечно, информацию об этом языке можно найти в учебниках, либо слушая онлайн-лекции, но мы расскажем вам лично от себя. Язык, на котором мы запели, называется идиш, то есть еврейский. Это один из нескольких языков общения евреев, в данном случае характерный для восточноевропейской ветви еврейства, которых часто называют евреи-ашкеназы. Он зародился в 11-12 веках, а в юго-западной Германии к 16-17 уже представлял из себя уникальный языковой сплав из германских, семитских, романских и в значительной степени славянских элементов. И вот именно германское происхождение языка и его фонетические особенности многих часто заставляют его путать с немецким языком. Вместе с движением еврейского населения на восток идиш перешел на территории, которые сейчас входят в состав Украины. К слову, немного статистики, как говорится, из учебника. В начале 20 века еврейское население южных губерний тогдашней Российской империи насчитывало более 1,5 миллиона человек. Стоит отметить, что в конце 18 века, когда после передела Польши много литовских, польских и украинских земель вошло в состав Российской империи, оказалось здесь в том числе и еврейское население. Ограничения для евреев на территории проживания получили название еврейской черты оседлости. Плотность еврейского населения в сельской местности была невелика, а вот в местечках составляла около 40% от общего населения, а в городах не менее 30%. Например, по данным переписи 1910 года, в городах одной только Киевской губернии насчитывалось около 350 тысяч евреев. И вот для всех этих людей основным языком общения был именно идиш, мамы-лошен, что означает материнский язык, который, в отличие от древнееврейского лошен-койдыш или арамейского, был основным языком общения для всех восточноевропейских евреев, включая женщин и детей, а не только образованные элиты. Такая мощная плотность еврейского населения в пределах черты оседлости постепенно, разумеется, привела к тому, что язык стали осваивать представители других национальностей, жившие с евреями бок о бок в данном регионе. И в нашем случае это именно украинцы. Мы находимся на любимом Подоле. И сейчас идем прямо по улице Ярославская. Впереди находится Межегорская, а за нашей спиной Константиновская. И вот эти три улицы в советскую эпоху, в первой половине 20 века, были переименованы в честь классиков идишской литературы. Соответственно, Шолом Алейхема, Менделе Мойгерс Форима и Исаака Лейбуша Переца. И с под этими именами они просуществовали до 50-х годов. На территории современной Украины в 10-20-е годы 20 века находилось наибольшее количество городов, ставших важнейшими еврейскими культурными центрами. Это Киев, Одесса, Львов и Черновцы. Кроме того, Украина еще в 18 веке стала родиной одного из направлений иудаизма – хасидизма, что также усиливало позиции идиша и увеличивало численность его носителей. Ну а дальше факты, о которых вы, например, могли раньше не знать. Провозглашенный в 1917 году Центральной Раде Украинской Народной Республики, в которой вошло не менее 50 евреев, идиш был признан одним из официальных языков, из 4 официальных языков. А на валюте, карбованцах, которые печатались в УНР, номиналы указывались на украинском, польском и идише. В этом же году в Киеве
было основано Министерство еврейских дел, которое занималось вопросами еврейского населения Украины. Таким образом, можно сказать, что предтеча современной Украины, Украинская Народная Республика, стала одной из немногих стран мира, где идиш был признан официальным языком. А точнее, одной из двух. Второй была БРСР во второй половине 1920-х годов. В это же время на территории Украины, а позже и Польши, действовало уникальное культурно-образовательное движение «Культурлига», опекавшее школы, театры и искусство, продвигавшее идиш в печать. После победы большевиков идиш не перестал быть одним из весьма значимых языков территории современной Украины. Также он активно поддерживался в период раннего СССР. На идиш печатались и переводились книги, как проза, так и поэзия. Появилось большое количество детской литературы и переводов на украинский и русский языки. Кроме того, идиш сыграл очень важную роль в формировании советского фольклора первой половины 20 века. Все изменила Вторая мировая война и Холокост. Ведь большая часть уничтоженных в этот период евреев, 85%, говорили именно на идише. Еще одной жуткой утратой идишской культуры 20 века на территории СССР стало преследование, аресты, а позже и казни деятелей Еврейского антифашистского комитета, когда за 1952 год фактически была уничтожена вся советская идишская культурная элита. После этих событий в Советском Союзе, а после его распада на всех постсоветских территориях, идиш почти полностью вышел из употребления. Не исключением стала и Украина, где идишские элементы остались только как сленговые и жаргонные. Некоторые слова вошли как в литературную речь, так и идиоматические выражения, например, «кричати на гвалт». Ну а сегодня главными центрами бытования идиша являются США и Израиль. Сейчас мы с вами находимся недалеко от речного вокзала. А за нашей спиной вот это кирпичное здание с треугольной крышей в начале 20 века – элеватор старой мельницы Лазаря Бродского. Сейчас является книгохранилищем. Так вот, именно здесь когда-то очень недолго бухгалтером работал классик идишской литературы Шалом Алейхем. Жить и работать в черте города разрешалось далеко не всем представителям еврейской общины. В основном это себе могли позволить лишь купцы первой и второй гильдии. Например, известная семья Бродских, киевских сахарных королей. Это и другие семьи еврейских предпринимателей вместе с предпринимателями-украинцами во многом способствовали развитию в Киеве сахарной промышленности, постройке кирпичных заводов, больниц, а также обеспечению населения рабочими местами и достойной медицинской помощью. Для нас, как для коренных киевлянок, идиш проникал в повседневную жизнь очень незаметно, но при этом уверенно. Это песни, названия блюд, некоторые жаргонные сленговые элементы, например, те, которые позволяют колоритно ругаться. Я вот, кстати, помню слово «мышиганекоп» – «дурная голова». Вот все эти отголоски нашего культурного взаимопроникновения и сосуществования на одной территории формируют нас как нацию и делают более полновесными и объемными, как мне кажется, в мировом значении. Вот о нашей личной связи с евреями мы особо никогда не задумывались. Потому что в послевоенные годы эта тема была табуированная. В нашем семейном кругу она редко обсуждалась, но о генетической связи говорит фамилия нашего дедушки по линии отца. Андрей Завальский. Мужчина с тонкими аристократичными чертами лица и удивительными глубокими глазами, о которых можно сказать, в них вся скорбь еврейского народа. Для нас его образ всегда был очень загадочным и магнетичным, поскольку мы с ним, к сожалению, никогда не встречались. Он умер очень рано, когда нашему отцу было всего 5 лет. Говорят, его бабушка Ядвига была польской еврейкой. Я помню, как наша бабушка Вера, чистокровная украинка, в повседневной речи очень часто использовала незнакомые нам слова. Они, правда, выделялись яркостью, необычностью. И мы с сестрой задавали ей вопросы, что это за слова. Она отшучивалась немецки. Позже мы узнали, что в детстве вместе со своими младшими сестрами Надей и Любой она несколько лет провела в интернате в Житомирской области. Именно в диалекте этой местности больше всего идишских элементов. Например, вместо «он там» говорят «он до», «ось до». Их мама, рано овдовев, не могла прокормить дочерей. Именно поэтому сестры вынуждены были провести большую часть своего детства в интернате, где медработники, воспитатели, педагоги в основном говорили на идише. И именно оттуда она позаимствовала многие слова и речевые обороты.
Безусловно, все, что связано с идишем, это история, ностальгия, грусть о безвозвратно потерянной богатой самобытной культуре. Но идиш вовсе не мертвый язык. На нем по-прежнему говорит большое количество людей. В первую очередь религиозные ортодоксальные евреи, которые и сегодня используют идиш в качестве основного языка общения, в противовес священному языку Торы и ивриту, который используется исключительно для религиозных нужд. За нашей спиной находится уютный и живописный любимец киевлян и гостей столицы фуникулер. Он был спроектирован одесситом еврейского происхождения Артуром Абрагамсоном. Кстати, еврейское сообщество сделало очень много для развития транспорта в Киеве. Например, глава пароходства Давид Марголин, который развивал в городе не только водный транспорт, но и трамвай. А если подняться на фуникулере в верхний город, то можем оказаться рядом с улицей Костельная, на которой жил автор музыки, гимна нашей столицы Яхты Бенелюбыты, известный еврейский композитор Игорь Шамо. И хочется подвести итог всему вышесказанному. Нам кажется, что Украине, чтобы осознать свое место в культурном процессе 20 века, стоит восстановить свою историческую память и всерьез изучать культурное наследие, созданное на идише. И мы стараемся внести свой вклад тем, что мы умеем лучше всего – пением.